Африка – это второй по величине материк, площадью более 30 миллионов квадратных километров или 20,3% площади всей земной суши, который простирается к северу и югу от экватора. Население Африки – 960 миллионов человек. 64% населения континента проживает в сельской местности, из них 90% заняты в сельском хозяйстве. Практически для всех африканских стран характерна иммиграция, часто нелегальная, в государства Европы и Америки. На юге Африки между Южной Атлантикой и Индийским океаном расположено государство Южноафриканская Республика ЮАР. Там находятся самые большие в мире месторождения золота и алмазов.